Всем привет! Вы на канале Launcher Auto. Сегодня я вам покажу, как установить загрузочную анимацию и логотип на Android Magnetolo. Сегодня будет видео в обычном формате, без всяких спецэффектов. Пойдем покажу. Для начала переходим в наш телеграм-канал. Открываем ссылку загрузочных анимаций. Нас перекидывают на 4 PDA. А там выбираем вашу марку автомобиля. Скачиваем загрузочную анимацию. Ее можно скинуть на флешку или через передачу файла на автомагнитолу. Также можно сразу напрямую скачать на автомагнитолу. Я скачал загрузочную анимацию через передачу файла. Захожу в Chrome. Скачиваем наши нужные файлы. Я их уже скачал. Они находятся в диспетчере файлов в папке Download. После того, как вы перенесли папку Download или установили с флешки, требуется переименовать файл Bot Animation. Если у нас написано Chevrolet или какое-нибудь другое значение, она не будет показывать. Переименовываем Bot Animation, ставим циферку, переходим в настройки, настройки логотипа, выбрать анимацию, Download. У нас, получается, есть файлы, которые уже переименованы, но нет Chevrolet. Файлы, которые больше 10 мегабайт, к сожалению, у меня не устанавливаются. Нажимаем ОК. 10 мегабайт. Пробуем установить анимацию номер 3. ОК. Предпосмотр не обязательный. Нет. Анимация установлена. Также выбираем логотип. Выбор логотипа уже с файла, который у нас был установлен. Выберем вот этот. Окей. Логотип установлен. Перезапускаем автомагнитолу. Логотип у нас изменился. Сейчас запустится анимация. Поменяем анимацию. Логотипа, выбор анимации. Download. Выберем анимацию номер 2. Окей. Не будем показывать. Анимация установлена. Также поменяем логотип. Download. Выберем другую папочку. Выберем подходящий под нас. Вот этот. Окей. Логотип установлен. Перезапускаем автомагнитолу. Загрузочный логотип поменялся. Анимация изменилась. Все просто и понятно. Всем спасибо, кто посмотрел. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.